До інших тем. У Мазири работники МНС вырятовали человека с земляного полону. 49-годовый мужчина у дворы приватного дома уладання проводил работы по уладкованию водопровода у траншеи глубиной каля 2 метров. У вынику обваливания грунту его присыпало землей и самостоятельно выбраться он не мог. Выратовальники вызвали потерпелого и передали медикам. После огляду он был шпитализованный.